Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Даугир, фамилия моя Шакиржан. Особое приветствие за подписчиков моего канала на YouTube. Целевой аудиторией моих видеороликов эзотерического направления являются брахманы, то бишь представители четвертой касты. Только лишь брахманы могут понять глубинный смысл моих эзотерических лекций и тех моих видеороликов, в которых мы рассматриваем те или иные аспекты процессов, происходящих на тонких планах. Поэтому нужно постоянно расширять круг терминов, постулатов, аксиом и понятий касательно сферы эзотерики. В этой связи мы продолжаем рассматривать термины восточной эзотерики. И терминов восточной эзотерики великое множество. Поэтому их надо как-то вот группировать, разделять. Самый простой способ – это по алфавитному признаку. Естественно, есть термины восточной эзотерики на букву С. Поэтому необходимо создать плейлист терминов восточной эзотерики на букву С. И, естественно, он будет создан. На этом до свидания, до новых встреч.